В оздоровительном лагере «Орленок» Калачинского района Омской области подростки отдыхают со смыслом. Профильная смена «Вверх» во второй раз собирает ребят, стремящихся к саморазвитию и знаниям. Организаторы смены предлагают юным омичам современный формат профориентации, без отрыва от оздоровления и отдыха. Мы занимаемся профориентацией, приглашаем в наш лагерь подростков с 7 по 11 класс. И с ними работают психологи, консультанты по профориентации, консультанты по развитию. Все 14 дней идет тренинговая смена, и мы разбираемся с ребятами, какие профессии актуальны, какие в тренде, какие устаревают, как узнать, что ты любишь, как свою детскую мечту превратить в план, с успеваемостью работаем. В общем, делаем так, чтобы ребята учились с удовольствием и потом работали с удовольствием, становились профессионалами. 80 человек, 4 отряда, лекции, мастер-классы, живые тренинги. Прислушаться к себе, понять, как достичь желаемой цели и стать увереннее. За время смены ребята узнали, в каких отраслях людей в будущем заменят роботы и как управлять своими эмоциями. Получили уроки ораторского искусства, занимались спортом и йогой, учились рукоделию. Я второй раз. Первый раз я попала сюда год назад, и меня очень сильно зацепила атмосфера и то, что ты развиваешься, потому что в других лагерях в основном ты просто развлекаешься. А здесь это как школа идет. И я нигде не сталкивалась вот именно с такими психологическими проектами. Здесь очень хорошие ребята, вожатые, супер. И здесь можно определиться со своей профориентацией. Эффективно считают в лагере практику, когда сами ребята делятся навыками из разных областей жизни. На таких мастер-классах они рассказывают и показывают свое хобби. Будь то умение компактно разместить вещи в чемодане, организовать чайную церемонию или своими руками сделать брошь из фетра. Они целый день на мастер-классах, на тренингах, у них интеллектуальная работа, а тут они отвлекаются, у них прорывается творчество, то, чего им не хватает на свободном времени. Они много думают, и творчество позволяет расслабиться и отвлечься. Увлеченные люди всегда вдохновляют и зажигают, говорят вожатые. Кроме того, для лидера и просто уверенного в себе человека важно уметь держать аудиторию. С этим верховцы справляются успешно. Я начал больше интересоваться психологией, начал больше ставить какие-либо цели, понимал, что никогда нельзя останавливаться на чем-то одном, всегда нужно достигать чего-то нового и стремиться никогда не останавливаться. Массаж, психология и все, что с этим связано. Почему тебя это привлекло? Я очень люблю помогать людям, и чтобы люди улыбались, я люблю, чтобы вот прям все вокруг сияло, чтобы люди сияли, улыбки на лицах, вот прям мне нравится это делать. В каждой смене для каждого лагеря мы делаем специальную тетрадь рабочую для детей. Вот. И в этой смене это не исключение, это специальная тетрадь, которую на каждом занятии ребята заполняют. Здесь разные таблицы, тесты, какая-то специальная информация, что-то надо где-то закрашивать, отмечать результат, заполнять проект. В общем, это все разработано нашими психологами, тренерами, консультантами. Вот, и в течение сезона ребята всю эту тетрадку заполняют, и приезжая домой, у них уже будет такая их именно проект. В этом сезоне эта тетрадь называется «Проект Я». То есть ребята, приезжая, строят планы, ставят цели по строительству себя, своей карьеры, своего пути. Как показывает практика, после профильной смены у ребят повышается успеваемость. Они более осознанно выбирают вуз и поступают в учебные заведения своей мечты.